Так, первый побег, сбегаем. Спускаемся по лестнице. Бегом, бегом, бегом. Поверить не могу, что я наконец-то смогу отсюда выбраться. Помощь бы мне не помешала. Первый побег завершен. Найс. Все, концовка. Отлично. Отличненько, мы это сделали. Кажется, сработало. Да, нужно скорее смываться отсюда. Бежим. Всем подразделениям, код 240-242 в исправительном учреждении Небраски. Возможен код 209А. Требуется подкрепление. Прием. Вторая концовка, одна из самых сложных. Надеюсь, на ваши лайки и комментарии, подписочку на канал Дар Риди. Первая плохая концовка. Что? Что происходит? За все эти годы ты даже ни разу меня не навестила. Не надо, отпусти, отпусти меня. Ты только пришла посмотреть, как я умру. Что ж, сейчас ты увидишь смерть. Спокойной ночи, любовь моя. Нет! Сбежать не удалось. Жестоко. Я так полагаю, для четвертой секретной концовки нам понадобится ключ от грузовика. Нам нужно будет завести и погибнуть именно от свинки. Здесь у меня получится. Так, мы поехали. Заводим. Если бы я умела водить, я бы сбежала отсюда на этой штуке. Ну что ж, попытка не пытка. Если я отсюда выберусь, сразу же запишусь на уроки вождения. Так. Так, свинка нас убивает. Оу. Очнулась? Прости, Ребекка, но ты не оставила мне выбора. Я преподам тебе урок. Моя свинка 13 вырвет из тебя пару кусков мяса. Теперь ты научишься уважать отца. О, да, получилось. Оу. Это было ужасно. Ужасная вторая концовка. На этом, дорогие друзья, видеоролик подходит к концу. Надеюсь, вам понравилось. Спасибо за лайки и комментарии. Это все очень круто помогает. Также четвертую секретную концовку со свином было очень сложно сделать. Я, наверное, попыток 8 потратил, и все впустую. Оказывается, нужно было именно погибнуть от свина. Причем я уже погибал от свина, но почему-то была первая концовка. Стандартная. А со свином нужно именно от свина умереть. Четыре концовки, ребят, от канала Дар Риди. Поэтому, надеюсь, ты подпишешься на канал Дар Риди, нажмешь на колокольчик, все уведомления. Это очень важно. Вот, также, если хочешь больше хоррор-игр, можешь подписаться на мой второй канал The Alex Play. Напиши на ютубе Alex Play или спроси у Алисы. Алиса, скажи, найди канал Alex Play, она тебя найдет. Вот, там я снимаю игры на компьютере. Я думаю, тебе понравится. Там в хорошем качестве охренительные крутые игры. Куча страшилок, в общем... Тебя там не хватает, ждем тебя. Также стримы мы часто проходим, можем пообщаться. Всем до скорого, пока-пока. Подписывайся на канал Дар Риди и на канал Алекс Плей. Увидимся.